Мы начинаем. Алло. Эй. Ага, чё? Снимать? Начинаем снимать? Нет. Хорошие скамейки. Как говорил самый лучший тренер Александр Куреп, фу, прости господи, Девский, вот так вот. Меня зовут Леша Какахи, кличка Кака. Я вам сейчас покажу, как надо заниматься по-настоящему спортом, как настоящий спортсмен занимается спортом. Чтобы накачать плечи, надо делать вот так вот. Одно плечо, второе. Если вы хотите удвоить вашу силу, на двух плечах надо делать вот так. И ваши плечи станут такими же сильными, как все остальное ваше тело. Видите это плечо? Видите? Самое сильное плечо на свете. Короче, всегда. Мы всегда говорили, надо спортивную обувь, Нет, надо комфортную обувь, поэтому я принес свои тапочки. Вот с этими тапочками, где можно прыгать, они очень хорошие, можно побежать. И вы всегда чувствуете себя как дома. Вроде пошли делать спорт, но вы как дома, потому что где вы носите тапочки? Дома. Как тебе?